Здравствуйте! Сегодня посмотрим вот такой вот квадрокоптер Pantonma Micro. Вот такая у него коробка. Он с видеокамерой и с возможностью управления через приложение на смартфоне. Итак, вот так он выглядит. Значит, у него вот здесь видеокамера. Здесь внизу слот для SD-карты. Вот он. Вот это вот сзади у него в хвосте аккумулятор. Сразу давайте покажу, как он вынимается. Вот здесь специальная клипса. Ее нужно поднять вверх, отжать. И аккумулятор вынется. Вот только аккумулятор. Здесь гнездо для его зарядки. Так, вот гнездо для зарядки. Вот, соответственно, зарядное устройство USB для компьютера. Так, вставляем обратно. Что у нас есть еще в комплекте? У нас есть защита для лопастей. Вот такие штуковины. Они крепятся. Так, вот здесь есть рядом с лопастью специальные такие пазы, в них вставляется она, и еще винтиком прикручивается, винтики тоже в комплекте. Соответственно, их 4 штуки для каждого винта. Инструкция есть, но инструкция англоязычная полностью, поэтому сразу расскажу про... как хотя бы подготовиться к работе с ним, да? Итак, для начала мы скачиваем, устанавливаем приложение на телефон. Вот так оно... секунду. Так оно выглядит. Pantonma FPV называется приложение. Ничего не видно. О, Pantonma FPV. Открываем приложение, вот у него такой интерфейс. Соответственно, здесь все элементы управления. Что важно? Важно сначала подключиться к квадрокоптеру. Значит, для этого мы должны его включить. Вот здесь кнопка включения на крыше. Подержать немножко. Вот, он заморгал. Все, вот он перешел в активный, скажем так, режим. Теперь мы находим... подключаемся мы к нему по Wi-Fi, находим соответствующую сеть Wi-Fi. Так, включаем Wi-Fi. Сейчас он нам покажет доступные сети. Вот. KD, D9, D1. Вот. Это он. Сейчас мы к нему подключимся. Все, готово. Подключились. Итак, через Wi-Fi мы подключились к квадрокоптеру, теперь запускаем приложение. Вот такой интерфейс, тут можно какие-то видюшки посмотреть, помощь есть. My Multimedia, это, соответственно, то, что он наснимал. И вот запускаем My Drone, то есть это непосредственно панель управления. Вот, все, мы сразу видим, что камера включилась, да, смотрите, вот он показывает. Вот он показывает свою коробочку. Вот. То есть, включилась камера. Что мы можем сделать? Снимок. Снимок сохранен. Можем видюху включить. Вот, пошли секунды. То есть, записывает видео он. Выключаем, соответственно, видео перестает работать. Вот здесь take-off стоит режим. Мы нажимаем сюда. Вот, он начинает работать у нас. Смотрите, лопасти закрутились. Приятно задул ветерок. Но сейчас я летать не буду. Я просто покажу, что вот эти, соответственно, вот этот... сейчас, секунду. В руку возьму. Левым джойстиком мы управляем, соответственно, вверх-вниз, правым, влево-вправо, вперед-назад. Итак, вот мы его включили.
левый джойстик я иду вверх, вот он сразу зажужжал намного сильнее, соответственно, полетел как будто бы намного выше. Вот я вправо отклоняю его, он у меня, ну прям в руке чувствуется, что он отклоняется. Все. Для того, чтобы его выключить, ну, во-первых, можно вниз немного подержать вот это вот, вот этот джойстик, чтобы он снижался, скорость вращения лопастей снижалась. И, значит, здесь вот мы жмем опять, чтобы активно у нас стала надпись «Take off», и он выключается. Вот, ну, полетать, конечно, удастся на улице. Да, вот еще здесь можно свет включить, выключить на нем. Ну, есть еще несколько функций. Основные я показал. Дальше, соответственно, можно разбираться самим. Так интересней. Все, спасибо. До свидания.